большой очень участок, там участков на 100, где очень хорошее место тоже для участников АТО, для их семей, для их строительства. Ну и мы определились с депутатами Минского совета, что по примеру Львова мы, наверное, сделаем такую вот программу помощи не только армии, но и семьям, военнослужащих и так далее. Потому что то, что мы собираем, конечно, хорошо, но мы можем оптимизировать сейчас бюджетные затраты и согласно программно-целевого метода определить, что нам необходимо еще, кроме тех остро нуждающихся армии вещей, таких как там бронежилеты, специальные шлемы, тепловизоры и так далее, те, которыми они нуждаются ежедневно и не только там. Ну вот в двух словах. Но вообще земли много у нас под индивидуальное жилое строительство. Другое дело, что, что да, и как бы очередь эту, вот смею вас уверить, если мы сейчас возьмемся, мы эту очередь, которая не такая большая, в течение 3-4 месяцев всю удовлетворим. Надо просто прекратить эту вакханалию, и здесь Олег Владимирович абсолютно прав, как бы физические лица, даже на сессии его совета, давайте не будем комиссию брать, но давайте вспомним вот даже последнюю сессию голосования.